Здравствуйте, я Баталов Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования Дворца творчества Выборгского района по направлению трассовый автомоделизм. В школьные годы я и представить себе не мог, что стану педагогом дополнительного образования. В далеком 1979 году на выставке достижений детского творчества я впервые узнал, что в нашем городе есть такое направление, как трассовый автомоделизм. Так уж получилось, что я, можно сказать, стоял у истоков развития трассового автомоделизма в Санкт-Петербурге. Первым получил кандидата мастера спорта в Санкт-Петербурге по трассовому автомоделизму, являясь чемпионом СССР и России. Особым образом чувствуешь значимость моей профессии, когда видишь глаза ребят, жадно ловящие каждое твое слово, твой взгляд, жест. Ты понимаешь, что ты им нужен. Ты для них целая вселенная. Безусловно, кем бы в жизни ни стали мои воспитанники, главное, чтобы каждый из них стал достойным человеком. Ну и разработана и успешно реализуется дополнительная образовательная программа «Лаборатория трассового автомоделизма». Ежегодно мои воспитанники участвуют более чем в 20 соревнованиях различного уровня. Завоевывают личные и командные призовые места в городских и всероссийских соревнованиях по трассовому автомоделизму. Главное, чтобы добиться чего-то в моей профессии, нельзя обойтись без талантливых детей, а наше педагогическое призвание – раскрыть таланты этих детей. Поэтому, когда мои воспитанники становятся победителями и призерами соревнований, я испытываю огромную гордость за них. Я педагог, и я готов произносить это с гордостью. В этом вся моя жизнь. Кружок технического творчества можно сравнить с самонастраивающейся системой, а роль руководителя кружка с ролью настройщика этой сложной системы. Если система работает правильно, то настройщик не вмешивается, но внимательно наблюдает за работой. В случае отклонения от каких-то принятых условий, настройщик регулирует, подтягивает, ослабляет и так далее. При этом, чем больше самостоятельности в работе кружка, чем активнее самодеятельность кружковцев, тем быстрее и ярче проявляются результаты их воспитания и самовоспитания. Техническое творчество – первая, но очень важная ступенька в трудовом становлении личности подростка. Только коллективы технического творчества, учреждения дополнительного образования, люди, которые в них работают и могут заразить детей своей увлеченностью, стать примером для подражания, проводниками в мир техники, инженерного труда и производства.